конечно, первый десяток. Правильное место и прекрасно его обработал. Казани, Бриссио, но здесь, конечно, расстреливалось. Конечно, нужно держать высокую планку, что ли. Что-то сумасшедшее, игроков... извини, перебил. Да-да-да, спасают команду «Динамо». Его проблем быстро, мощно, сильно. И шансов на защиту. «Динамо» решающий момент. По сути, остались волейболисты «Динамо» Барса. Старая заменяющая в игре усилиями Подкопаева и Бриссио. И заблокировали здесь. Бриссио! Буквально свою руку, а вообще не должна была Саманта сейчас забивать. Приятно было происходить. Ну, ничего, остались в казанской команде. Вечером потренировались здесь, в зале. Тут хочу принять участие. Здесь часто пропустили моменты пасно. Сейчас пускай сложнейшую подачу исполнять. Нужно делать в определенный момент, понимая, что Ирина Воронкова не позволили Москве это делать. Кстати, у Калининграда тоже была проблема с диагональ. В игровом моменте. Шикарная атака. Тем более, что, в принципе, она известна именно правителем мяча. И отправляет мяч в игре Каточкина. Бриссио сложный мяч. И забивает Саманта Бриссио. И взрывается просто центр волейбола. И все те болезни.